Колонны бессмертного полка пройдут по улицам городов Камчатки 9 мая в рамках празднования 77-летия со Дня Победы. В этом году акция состоится в офлайн-формате. Два года мы были в формате онлайн, и наконец-то в этом году мы пойдем все вместе плечо к плечу в бессмертном полку. В этом году бессмертный полк будет строиться в районе перекрестка Главпочтамта и ГУМа. Мы сделали поближе чуть-чуть к площади, в силу того, что мы ожидаем большое количество людей, которые придут на этот бессмертный полк. И по прошлым годам понятно, что с каждым годом бессмертный полк растет, и это очень радует, потому что люди хранят историю своих героев. В этом году построение будет в стандартное время, в 13:00 начало построения колонны и в 14:00 начало шествия бессмертного полка. Напомним, во время акции люди идут с фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В 2019 году на Камчатке в шествии приняли участие 25 тысяч человек. В прошлом и позапрошлом годах акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.